Привет всем, это Frank Channels. Это обзор на... Недавно приобрел джойстик G4 Pro. Вот он для Android, может для iOS, Switch и ПК работать. Давайте посмотрим. 6-осевой гироскоп в нем есть. Вот эта коробка. Дальше там идет, получается, провод. Провод стандартный, USB, Type-C. Какая-то часть от этого, чтобы он мог, наверное, держать телефон. Сам вот он. Сейчас я его достану. Вот такой вот он. Крестовина вот так выполнена. Кстати, есть подсказки такие. А Home это Android, X Home это ПК, B Home это iOS и U Home это Switch. Еще в наборе лежит вот такой мануал, языки, английский. Японский, корейский, а также наклейки фирменные. Какие-то буклеты. Какие-то буклеты. Типа, спасибо, что вы купили нашу продукцию. Тоже логотип этого петуха. Твиттер, Фейсбук, Ютуб, Инстаграм и сайт. Больше в коробке ничего нет. Также к нему этот донгл идет в комплекте, он здесь вставляется. Здесь он, я вынул уже, вставил в ПК. Есть кнопка скриншот, я и не пробовал кнопку, надо попробовать. Берем, допустим, смартфон. Включаем Bluetooth. Включаем его. Плюс А. Сейчас посмотрим комбинацию. Да, А. Home плюс А. Вот он загорелся. Синим. Телефон должен увидеть. Включение, как зовут его. Вот, GameSir Pro. Устанавливаем сопряжение. Подключено. Ну, идем какой-нибудь. Также можно кнопки назначить ему. Есть Game Tester приложение. Ну, допустим, сюда. Так. Мне надо настройки, значит.
Обозначить кнопки. Так, кто он? Буква А у нас что? Буква Б. Тета. Селект. Тета. Старт. Вниз. Пришел вниз. Left и right. Все пока как назначили. Он спокойно будет. Он даже увидел его. И запускаем. И вот, как видите, все бегает, все работает. Заявлено, правда, гарантия год джойстику. Как он будет дальше чувствовать себя, я не знаю. Надеемся на лучшее. Все работает, вот. Скриншот как-то попробовать можно, кстати. Ой, правда, сфоткал мне. Сфоткал скриншот. Прикольно. Интересно. Можно поставить туда, но игра не развернется, наверное. Прямо в телефон. У меня, правда, на зарядке. Будет ли переворот экрана? Сейчас надо выключить. И вот таким способом можно держать геймпад. А, включились. Вот так вот все это работает. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будет обзор еще каких-нибудь джойстиков. Советую всем.